Большая Балашиха Лайф. Новости. В Балашихе на территории отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России имени Дзержинского состоялась спартакиада до призывной и призывной молодежи, в которой приняли участие более 500 юношей из всех муниципальных образований Московской области. Девизом мероприятия стал слоган «Территория мужества». И не зря она носит название «Территория мужества». Здесь изо дня в день неравнодушные, успешные люди проходят подготовку. Это очень важно. И каждый из этих людей может верить в свой успех. Ведь здесь совершенно недавно служил и наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. То есть это для нас еще и историческое место. Поэтому всем участникам желаю спортивного, состязательного духа, победить сильнейший. Еще раз всех поздравляю с нашим сегодняшним праздником. К поздравлениям министра спорта Романа Терюшкова присоединился начальник управления по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи городского округа Балашиха Андрей Никитин. Хороших спортивных успехов, достижений, своих личных достижений. И, конечно, победит сильнейший. Председатель регионального отделения ДСАФ России Владимир Манюта и заместитель командира дивизии Александр Голосов пожелали молодым людям удачи и успехов. Я вам желаю успешного старта и победного финиша. Через испытания, через преодоление трудностей формируется настоящий мужчина, настоящий защитник Отечества. Удачи всем! Успехов в личном первенстве. Каждый из вас отставит свое муниципальное образование, городской округ. И чтобы все усилия, которые вы приложили, и сам дух сегодняшней погоды заставляет нас вас собраться и это сделать. Успехов вам, показать только отличных результатов. С праздником! Спартакиада призывной и допризывной молодежи объявляется открытой. Ура! Друзья, звучит гимн Российской Федерации. Соревнования включали в себя несколько этапов: преодоление полосы препятствий, метание гранаты, строевую подготовку, бег на 100 и 1000 метров, сборку и разборку автомата Калашникова и стрельбу из пневматического оружия. В каждой команде было по 8 человек. Необходимо отметить, что победитель регионального этапа будет представлять Подмосковье на федеральной спартакиаде, которая пройдет летом 2016 года в Рязани. Вера Безгина, Александр Спицын, Большая Балашиха. Большая Балашиха Лайф. Новости.